Свою историю дорожная отрасль Бурятии начала еще в 1924 году. Тогда новоиспеченная Бурят-Монгольская АССР насчитывала всего 12 гужевых дорог, общей протяженностью 2500 километров. Ни о каком асфальте и речи не было. И вот спустя 100 лет в республике уже построено почти 15 тысяч километров федерального и регионального значений. Однако на этом дорожники останавливаться не собираются и уже строят планы на будущее. Только за последние 10 лет на дорожную отрасль республики было направлено более 107 миллиардов рублей. С 2025 года мы входим в новый национальный проект «Инфраструктура для жизни», в рамках которого к 2030 году необходимо обеспечить достижение нормативности региональной дорожной сети до 60%, а опорной сети до 85%. Сегодня продолжается строительство дорог и мостов в Бурятии. С каждым годом добираться до школ, детских садов, больниц и других социальных объектов жителям республики становится все комфортнее, а главное – безопаснее. И, конечно же, главная заслуга принадлежит тем, кто посвятил этому делу свою жизнь. Нельзя сказать, что было, есть или когда-нибудь будет труд дорожника легким. Никогда он не будет легким. Но зато туда, куда пришла дорога, туда пришла жизнь. И нет нигде никакого развития, если нет дорог. Уважаемые работники дорожной отрасли, уважаемые ветераны, уважаемые друзья, благодарим искренне, выражаем искреннюю признательность работникам дорожной отрасли за ваш профессионализм, за верность избранной профессии. Свой вековой юбилей отличившиеся специалисты получили награды за вклад в развитие республики и города Улан-Удэ. Вот за последние 5 лет в городе Улан-Удэ добавилось 18 тысяч автомобилей и достигло цифры почти 200. Но вот благодаря вашим усилиям, самоотверженным, порой героической работе, средняя скорость потока автомобиля не упала ни на километр. А в пассажирском транспорте мы ее добавили благодаря вам, и она составляет 18 км в час. Это хороший показатель. Улучшать дорожную инфраструктуру предстоит еще не один год. Есть направления, которые требуют внимания. К примеру, продолжается реконструкция дороги Улан-Удэ-Турунтаева-Курумкан-Новый Уаян. Также идет ремонт одной из самых длинных и загруженных трасс – Улан-Удэ-Романовка-Чита. Впереди новый век, новые вызовы и новая большая работа. Базар Юшев, Жаргал Цариндашиев. Новости дня.